оценку подготовки. Оценка Чернова и Шуренко 8-0. Оценка Багаевой 8-74. Первую оценку Дровенко Софьи показать. Судьбу оценки подготовить. Вторую оценку показать. Внимание, будет первый спортсмен Лопуховой. Первый делает оценку. Вторую оценку покажите. Оценка выдерживается до тех пор, пока не будет объявлен следующий участник. Вторая олимпиада оценка подготовить. Оценка Коробейникова, первая. Окончательная оценка Порозова, 8,5.